Приветствую, друзья! Мы на моем канале, и пока мой активный сетевой бизнес ждет нового перезапуска, ждет новую обложку, хочу вам рассказать о том, как же можно зарабатывать на пассиве, да, потому что с криптовалютой я связана уже чуть более 3 лет, и, в общем-то, никто не отменял пассивный доход, тем более тогда, когда мы с вами заработали уже деньги, мы имеем полное право их куда-то вкладывать. Но я не говорю про инвестиции. На моем канале есть плейлист «Доходный майнинг». Вы можете посмотреть короткие ролики, конкретно про компанию Profit Mining, но я вам покажу, какими стали наши кабинеты, в чем же разница. За несколько месяцев, а компания стартанула 9 мая 2019 года, что произошло? Вот такой кабинет, собственно, у нас был, в котором достаточно удобно отражались цифры, можно было посмотреть и баланс, можно посмотреть график хождения биткоина. Здесь у меня всего 2 партнера, которые пришли тоже зарабатывать биткоина не путем перекладывания из кармана в карман, скажем так, а добывать свои чистые монеты для того, чтобы это были действительно добытые монеты. Новый кабинет. Вот таким стал у нас новый кабинет. Светлый, несколько языков. Здесь есть калькулятор, на котором можно посчитать терахэши, доходность и так далее. Здесь есть прямая ссылка на вебинар, который сейчас проходит 1 раз в неделю, который можно посетить, позадавать вопросы, услышать от создателя компании Алексея Барышева все нюансы и понять на самом деле, как же работает твое собственное оборудование, которое приносит ежедневную прибыль. Ну, в общем-то, биткоин пока лежит на отметке 9500 долларов за одну монету. Ну, грубо говоря, рынок избавляется от туристов, да, конечно же, будет подъем, и чем больше монет будет на нашем балансе, тем легче будет пережить этот взлет, скажем так. Вот сейчас на моем балансе 0.0039 биткоин, и текущая цена одного терахэша вот такая. Вот я хочу вместе с вами сейчас взять и купить еще один дополнительный терахэш. Для этого нам нужно количество терахэш занести, количество, какое мы хотим купить. Вот нам сразу выдало его цену, значит, мы можем купить немножко побольше. Ставим точку и 0,7. Да, я думаю, что нам хватит. И мы нажимаем кнопочку «Купить терахэш». Секунда, отлично. Вы приобрели майнинговую мощность. Вот так, друзья. Просто мы стали обладателем еще одной майнинговой мощности. Но о том, как выглядит сама ферма, как она обслуживается, можно посмотреть вот в этом ролике на канале Майнинг Ферма компании Profit Mining. И, в общем-то, тоже присоединиться, если у вас есть такая тяга к криптовалютам, такая же, как у меня. Самое приятное здесь в том, что начать можно совершенно с минимальной суммы. Вот такая на сегодняшний день цена. В переводе на русский это будет примерно 2300-2500 рублей. Когда биткоин был больше 10 тысяч долларов, у нас цена была здесь побольше. Было 0.2045 и так далее. Вот на сегодняшний день есть прекрасная возможность совсем, начиная с минималки, скажем так, да, и затем доведя вот какое-то количество своих терахэшей, сколько, в зависимости от того, зайдя в кабинет, здесь можно опять воспользоваться калькулятором, да, в зависимости от того, что вы хотите получать, какую прибыль, можно все это дело рассчитать и начать совершенно с малого. Если у вас есть друзья, которые тоже интересуются криптовалютами, у компании есть хорошая бонусная программа при покупке хешрейта и бонус за майнинг. То есть эти суммы мы уже получаем тогда, когда другие люди тоже понимают, что, в общем-то, от криптовалюты никуда мы не денемся, и курс биткоина, тот, который есть сейчас, конечно, он будет расти сильно, поэтому, рассказывая
о том, что можно здесь заработать чистые новые монеты, не добытые там с помощью хайпов, различных пирамид, либо каких-то проектов, да, которые на этом основаны, чистые монеты. Я думаю, что это будет хорошим таким делом, и каждый человек любит все новое и все свое. Вот такая небольшая экскурсия. Спасибо, что были свидетелями покупки новой старохэши, друзья. Заходите на канал. Помимо доходного майнинга, конечно, есть еще и активный сетевой, есть инвестиции и обучение. Если есть вопросы, добавляйтесь в личку, подписывайтесь на канал. Буду рада поотвечать вам.